Замок Куранбург возвышается на берегу пролива Рисун в самом узком его месте. До противоположного берега здесь всего 4 километра. Такое стратегически выгодное положение много веков Дания использовала в своих интересах. Со всех кораблей, идущих из Балтийского моря в Атлантический океан, собиралась пошлина. Грозные пушки, направленные в сторону моря, наводили страх на моряков, и ни один корабль не проплывал мимо, не заплатив налог. Наибольшую известность замок приобрел во времена Шекспира. Гамлет, принц датский, жил именно здесь, в замке Эльсинор, английское название города Хельсингер. Интересно, что Уильям Шекспир, скорее всего, никогда не был не только в замке, но и в Дании.